Бойцы просим. Представься, пожалуйста, откуда приехал, как зовут, чем занимаешься, кем работаешь? Зовут меня Павел, приехал я из Воронежа. Работаю на Воронежской. Занимался видео, занимался пропашкой, вот увидел, что проходит стрелка, решил поучаствовать. Проверь, дай себя свои силы. Молодец. Поаплодируем. Приветствую. Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Александр, приехал я из Твери, работаю в шинном центре «Леонор». Спортом так особо не занимаюсь. Ну, сам для себя по вечерам. Бегаю с ребятами, боксирую. На стрелке второй бой. В Твери, у себя в родном городе. Все, спасибо. Давай, давай, давай! Давайте, давайте! Руки!
Держи руки! Почаще. Нет, это вот. О, молодец, я тебе руками, что ты? Ноги и руками, нахуй. Хорошо, давай. Блядь, работай руками, блядь. Ноги и руками, нахуй. Давай, давай, не останавливайся, Саль. Паш, добивай его. Саль, давай. Давай, давай. Не попадает, Саня, ну что, давай убей его. Парни, красавцы, поддержим бойцов. Давайте.
Давай, Сань, за руки подними! Один раз ногу кинул. Я этого человека знать не знаю. Я с вашей стороны это несправедливо. Потому что они оба устали, они оба. Просто правильно все говорит. Просто на самом деле.